На перебои с электричеством жалуются жители села Тасай в области Абай. Сельчане пятый год обращаются к энергетикам с просьбой обновить сети. Но специалисты, ссылаясь на разные причины, откладывают реконструкцию линии электропередачи. Подробности в материале наших корреспондентов. В селе Тасай проживает около 250 семей. Перебои с электричеством происходят на протяжении 5 лет, рассказывают местные жители. По словам Сауле Кожахметовой, у некоторых соседей сгорела бытовая техника, купленная в кредит. В основном все семьи здесь многодетные. Естественно, детей надо кормить, много готовим. А в жару из-за отсутствия электричества еда быстро пропадает. Мой муж занимается ремонтом машин. Без света работа тоже стоит. Столбы, электросети давно отработали свой срок. Чуть что обрываются. А мы ведь исправно платим за услуги. Ветер подует или дождь пойдет, свет сразу отключается. Интернет тоже практически не работает. Дети не могут подготовиться к занятиям. Между тем, поставщики грозятся отключить электричество, стоит нам опоздать с выплатой хоть на один день. В Акимате разъяснили, что электроэнергия поставляется из Восточно-Казахстанской области. По словам Марата Тимиржанова, исполняющего обязанности акима района, в соответствующие органы направили письмо. Однако ответа пока не получили. Такая проблема есть в 3-4 селах. Специалисты занимаются ремонтом, но нужно время. Это работа не одного дня. Все столбы и сети обветшали, отработали срок. Мы готовим депутатские запросы. Для района это существенная проблема. Протяженность линии электропередачи в области Абай составляет более 15 тысяч километров. 96% сетей изношены. Специалисты областного управления энергетики заверили, что подали бюджетную заявку на их техническое обслуживание. Райхан Серикова, Рустем Кайратолы, область Абай, 24 КЗ.